Сегодня в Нижневартовске состоится премьера спектакля «Горка» по пьесе местного драматурга Алексея Житковского. В прошлом году сценарий стал триумфатором общероссийского конкурса современной драматургии. По словам автора, это смешная история о работниках детского сада. Постановка стала хитом сезона во многих, в том числе и столичных театрах. Наш корреспондент Кирилл Волконский побывал на генеральной репетиции и узнал, каким получился спектакль на домашней сцене. Если до понедельника «Горку» не сделаю, у меня зарплаты лишь от в лед закатают. Так ты насчет денег, что ли? Ну, как герой этого, помнишь, как-то мы Карбышев, что ли? Монохромный минимализм на сцене – одна из ключевых задумок, которая дает зрителю сосредоточиться исключительно на сюжете. В каждом герое можно узнать или себя, или близкого человека, рассказывает исполнительница главной роли Ольга Горбатова. Видимо, поэтому и репетиции прошли как по маслу. Когда было четко, мы же тоже работали большой командой. В принципе, и читали мы тоже, в меньшем, но все-таки сценическом пространстве. Поэтому, в принципе, было и несложно. А при учете того, что все так было очень слаженно, все активно работали, друг другу помогали, вообще, несложно было. Твой первый утренник в нашем саду. Это ведь вообще первое мероприятие такого масштаба в твоей жизни. Написанная современным, понятным каждому языком пьеса творение нижневартовского драматурга Алексея Житковского. В прошлом году эта работа о подготовке обычной детсадовской группы к новогоднему утреннику получила наивысшую оценку на конкурсе современной драматургии «Кульминация». Сегодня «Горка» числится в репертуаре многих, в том числе ведущих российских театров. Уже такое количество огромное поставили спектакли по этой пьесе, но мы совершенно нахальным образом уверены, что наш спектакль будет самым лучшим, потому что это родина Алексея Житковского. Житковского в данный момент, конечно. Это город, в котором он живет, и театр. Собственно говоря, мы не могли пройти мимо творчества Алексея, хотя у нас в репертуаре уже есть один спектакль по его пьесе. Это «Посадить дерево». Вот сейчас еще один. Вартовчане с «Горкой» познакомились раньше остальных. Премьерная читка состоялась в эфире одного из местных телеканалов. Тогда пьесу представили актеры сразу трех театров. Но поставить спектакль решили лишь в городском драматическом. Легко мне дался этот спектакль. И тут даже про какие-то проблемные... Ну, они скорее связаны с техническими делами. Там, как сыпать снег, как... это такие какие-то технические мелкие проблемы, которые есть всегда. А серьезных каких-то непонимания, так скажем, я от труппы не встретил никакого. Скорее наоборот. После генеральной репетиции обсуждение режиссера актерам в последний раз предстоит обсудить, какие недочеты были допущены в общей картине, и срочно исправить их. Времени до премьеры очень мало. Кирилл Волконский, Александр Титарин, «Вести Югория», Нижневартовск.